В одном видео вы говорили, что каждый человек придет к Богу в свое время. Ну а как же тогда те, кто алкоголики, наркоманы или просто неверующие? Ведь зачастую они умирают, так и не ходя ни разу в церковь. Значит, получается, наверное, не каждый, или я неправильно что-то понимаю? Господь шанс дает всем. Абсолютно всем. Даже вот если человек, совершенно безбожник, там, не знаю, там, или конченый наркоман, самый последний, все равно в какой-то момент, знаете, как разбойник на кресте, будет все равно момент, когда человек может все равно обратиться к Богу где-то в глубине своей души и что-то там сказать и как-то к нему обратиться. И может быть, этого Богу хватит для того, чтобы сказать: ныне же будешь со мной в раю. Но это все происходит в тайне человеческих сердец. Явно это бывает не всегда. Бывает, но не всегда. Чаще всего это где-то там в тайниках сердца человеческого происходит, и все. Поэтому на милость Божью полагаемся, как Господь.